Это как же жилищно-коммунальные услуги можем осветить, присвоение званий ветерану труда, ветераны Малоининского автономного округа, также осветить по льготам, постановки на учет по категории, разнольготной категории, инвалиды, ветераны боевых действий, дети инвалиды и многое другое. Все можно, как бы все можно узнать, все можно узнать перечень, меры соцподдержки по каждой категории, какие, и, конечно, узнать график приема работы органов соцзащиты.